Жаркое лето кончилось, теплый сентябрь тоже, а значит, нет необходимости в работе фонтанов, которые охлаждали город на протяжении всего жаркого сезона. Сегодня муниципалитет начал готовить гидротехнические сооружения к зиме. В ближайшие дни 20 городских фонтанов будут законсервированы. Наша съемочная группа наблюдала за работами на центральной набережной. Фраза «гулять по воде» для волгоградцев давно обрела новый смысл. Такую возможность отдыхающим подарили сухие фонтаны. Они, конечно, очень даже мокрые. У сооружения нет привычной чаши, а вся гидротехническая система расположена под землей, откуда и бьют струи воды. Поверхность – мелкая решетка, как раз и предназначена для променада. В жаркую погоду здесь, на центральной набережной, собираются толпы. Днем ребятня ловит струи прохладного гейзера, а по вечерам молодежь фотографируется на фоне раскрашенной подсветкой воды. Коммунальщики тоже довольны. Проблем с обслуживанием фонтана нет. Зарекомендовал хорошо этот фонтан. Никаких нареканий нету. Сухие самые такие, ну, неприхотливые, как, ну, с чашами, с такими открытыми фонтанами. Потому что открытые, ну, всякую, как говорится, гадость, еду кидают люди и забивают в систему фильтрации. Здесь этого нету такого. Жара закончилась, фонтанам пора отдыхать. Перед зимой в каждом из них нужно спустить воду, промыть чаши, проверить инженерные системы, насосы, фильтры и провести профилактические работы. Ну, сейчас проходит консервация фонтанов, то бишь, ну, по центральному району. Сейчас идет промывка модуля фонтана сухого. Потом будет спуск системы фильтрации, отключение полностью системы питания фонтана. И будет подключение, как говорится, отопления приемков, чтобы электро, как говорится, модули, ну, не промерзало ничто. Также в центральном районе законсервируют декоративный пруд, расположенный на верхней террасе. Предварительно обитатели живописного пруда переселят на зиму в специальный бассейн в закрытом помещении. После этого водоем осушат и тщательно почистят. В этом году в Волгограде работали больше 20 гидротехнических сооружений. Каждый из них в ближайшее время законсервируют. Ранее специалисты ЖКХ Кировского района уже промыли все элементы сухого фонтана возле кинотеатра «Авангард». Максим Черпак, Дмитрий Макаров. Время новостей.